Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Сергея Юшкевича. Безответная любовь, которая могла стоить ему жизни. Детство без отца, мамина опека и как выглядит жена и дети этого актера. Российский актер Сергей Юшкевич получил известность не сразу. Любители кино знают этого актера по ролям спокойных и деликатных персонажей. Однако в его фильмографии есть и отрицательные роли, где он умело перевоплощается. Жизнь Сергея Юшкевича была насыщенной различными событиями, но он всегда находил в себе силы справляться с этими трудностями. Родом Сергей Юшкевич с Украины. Воспитанием мальчика занималась мама. Отец вскоре после его рождения ушел из семьи. Мама Сергея приняла решение не допускать отца к своему сыну, поэтому он, мальчик, не знал и не общался со своим отцом. Несмотря на это, отец пожелал восстановить отношения через много лет, когда Сергей был уже взрослым 40-летним мужчиной. Для налаживания отношений он прибегнул к помощи друга. Тот, в свою очередь, поговорил с Сергеем и организовал их знакомство. Сергей сразу же согласился, так как всегда мечтал о том, чтобы познакомиться с отцом. Встреча прошла успешно, и они обнаружили, насколько похожи друг на друга и как им легко общаться. Сын не знал причин, по которым мать относилась к отцу с негативом. Они оба были огорчены утратой времени, которое могло быть проведено вместе. Проблемой было не только отсутствие отца в жизни Сергея. Его мама была очень заботливой и любящей, но все решала за него и не давала ему развивать мужское начало. Он понимал, что в будущем мама не сможет решать все его проблемы и нужно становиться настоящим мужчиной. Кроме того, Сергей не мог построить отношения с девушками. Чувства парня практически всегда оставались без ответа, но одну девушку он не мог выбросить из головы и сердца. Сергей был участником драм-кружка, где он познакомился с Леной. Он пытался проявить к ней внимание, но девушка была к нему холодна. Тем не менее, его любовь к ней доходила до безумства, что он даже думал о самоубийстве. Он совершил две попытки, но в итоге в последние секунды останавливал себя. Много лет отношения с противоположным полом у него не ладились. Однако, когда Сергею уже было за 30, он встретил свою будущую супругу в театре. Ее также звали Елена. Как только Сергей ее увидел, то понял, что эта женщина должна быть с ним навсегда. Вначале Елена не предполагала, что ее знакомство с Сергеем может привести к созданию крепкой семьи. Однажды она навестила его и просто осталась у него жить. Вскоре они поженились, и у них в браке родилось две дочери – Дарина и Селена. Дочки очень разные. Селена мечтает стать актрисой, а Дарина увлекается фотографией. Отношения между Еленой и мамой Сергея Светланой не сложились, поскольку Светлана не хочет никого делить со своим сыном, из-за чего часто возникают скандалы. В итоге мама снимает номер в гостинице и, когда бывает в Москве, к сыну приходит погостить. Сергей уверен, что это самое лучшее для мамы и его жены. Супруга Елена – это то, что делает актера Сергея Юшкевича счастливым. Он убежден, что знакомство с супругой стало судьбой, и благодаря ей он достиг тех успехов, которые сейчас имеет он и его семья. Супруга – его главный мотиватор, а он делает все, чтобы его дочки и жена были самыми счастливыми. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А мне в свою очередь хочется пожелать этому актеру счастья в личной жизни, успехов в творчестве, новых интересных проектов и много-много главных ролей. Пусть радует своих преданных поклонников новыми интересными и классными работами. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.